Поселок Полдор Сапогского сельского поселения находится в 70 километрах от Великого Устюга. Проживает здесь чуть больше 1000 человек. В основном пенсионеры и люди среднего возраста, молодежи практически нет. Связано это с отсутствием работы. Некогда крупный леспромхоз разорился, оставив без работы практически всех сельчан. Уезжают люди, и в связи вот демография очень для нашего поселка нелицеприятная. В связи с тем, что нет работы, люди молодые уезжают. И мы ничего с этим не можем сделать, ничего. Очень большая проблема. Если бы была работа, соответственно, поселок очень красивый. На сухом месте находится, места прекрасные. Но все зависит от работы. Если бы была работа, и жизнь бы была совсем другая. Очень обидно. Проблем хватает, говорит глава поселения Николай Жигалов. На территории небольшого поселка проложено практически 23 километра водопроводных сетей, состояние которых более чем плачевно. К тому же собираемость за пользование водой низкая. Сопоставив все за и против, посмотрев на опыт других поселений, было принято решение установить на раздаточных колонках специальные железные короба. Короба устанавливаем на водораздаточную колонку, водоразборную колонку. Выдаем ключи тем людям, кто пользуется этой колонкой. При желании, если сама как, кто пользуется, значит, ключи получают, подходят, открывают, воду набирают, все нормально. После введения таких радикальных мер жители и гости поселка разделились на два лагеря. Те, кто за и против установки коробов. По поводу воды, не знаю, мы как-то не жалуемся. Насчет воды, вот в данный момент у нас... дождик, мы воду собираем, мы платим в норму. Мы немного платим. У нас, правда, в баню набираем воду, в смысле. Но по поводу воды, вот лично я никогда не жаловалась. В целом же жизнь на селе имеет много плюсов, говорят люди. Свежий воздух, лес в шаговой доступности и самое главное – тишина и покой. Андрей Жирин, Вячеслав Голиков, Новости провинции.